Привет, друзья! Вот уже завтра вечером, 23 февраля в 19:00, мы с вами встретимся на мастер-классе, который посвящен управлению карьерой. Что такое управление карьерой? Управление карьерой – это жить в согласии со своими ценностями. Это делать любимое дело. Это радовать своих ближних и себя поступками, действиями, отношениями. Только это когда вы внутри обретете вот это удовольствие и радость заниматься тем любимым делом, вкладывать всего себя в реализацию своей мечты, построение и достижение карьерных целей, тех, которые приносят максимальную пользу вам, вашим близким, нашему обществу. Тогда вы можете испытывать то несравненное удовольствие, которое испытываю я, отдавая вам знания, проводя время вместе со своими любимыми, вместе со своими детьми, занимаясь тем, что делая мир немножечко лучше. Я хочу, чтобы каждый из вас задумался, куда он инвестирует свое время. Завтра праздник. Его можно провести за праздничным столом, встретиться с друзьями. Но найдите 2 часа времени для того, чтобы задуматься, а что же мне делать послезавтра? Что мне делать в понедельник? Я сейчас нахожусь в Греции. В Греции достаточно серьезная кризисная ситуация. Я разговаривал вчера с несколькими бизнесменами, и они говорят: Роман, тема поиска карьеры или работы с людьми, чтобы они нашли работу, здесь вообще не популярна. Потому что здесь просто нет работы. В этой ситуации я хочу вам сказать следующее. Что дает человеку уверенность в своих собственных силах? Что дает человеку понимание независимости от обстоятельств? Уверенность в себе. На чем она кроется? Мы говорим о том, что самоуверенность, уверенность в себе, в первую очередь, это ваш фундамент. Для того, чтобы не переживать о том, завтра будет у вас работа или не будет работа, в первую очередь, вы должны быть профессионалами своего дела. А для того, чтобы быть профессионалом, каждый из вас может себе ответить, какие зоны развития для него есть в его профессиональной деятельности, понимая, какие тренды сейчас идут на рынке труда, понимая, куда движется наше общество, и знаете, каким вам надо быть, чтобы быть супер востребован сотрудником или руководителем. Если вы руководитель, развивайте свои управленческие навыки. Если вы профессионал, специалист, будьте действительно профессионалом своего дела. Обо всем об этом и о многом другом мы поговорим с вами на мастер-классе, который произойдет завтра, 23 февраля в 19:00 в Москве, Hyundai Motor Studio. И я надеюсь, что я увижу вас завтра, и мы с вами очень много важных вопросов обсудим, и вы уйдете с пониманием, а как же все-таки заниматься любимым делом. А я продолжу заниматься своим любимым делом. Я занимаюсь тем, что помогаю компаниям выстраивать системы управления, а людям находить работу, находить себя и быть профессионалами. А сейчас у меня осталось еще совсем немного времени, чтобы провести его со своим сыном здесь, в Греции. Мы ходим по достопримечательностям, изучаем историю, смотрим и знакомимся с культурой этого прекрасного древнего народа. Надеюсь, что у каждого из вас будет такая же возможность. До встречи. Пока.